Запряжет тебя поп в тележку. Я заставил вокруг церкви возить. Я, конечно, не уронил свое достоинство. И сказал, что это меня сущий пустяки. Кто будет возить? Но стало мне очень тревожно. Чулки и роковая весна. Я прекрасно понимала, невеликие грехи. Но водилась за мной штучка и похуже. Самый настоящий грех, который даже в заповеди запрещен. Краша. Случился этот грех очень просто. Подошла я к нему окошку. Гляжу, она кошка какая-то круглая, ватрушка. А сколько из нее варенья сквозилось. Мне уже хотелось посмотреть. Потому что она вся вареньем набита. Ну и посмотрела. Как все смотрим, девка окончательно была высена. От ватрушки остался такой маленький огрызочек, что даже на кошке некрасиво было лежать. Пришлось доесть насильно. Нянька долго удивлялась, куда могла деться ватрушка. А я тихо сидела за столиком и не снялась, висла на колечко. Вдруг нянька на мысль, ударившись от тупик, вдруг накинулся на меня. Я решила отправить ее на ложный путь. Батюшка!
Лицо у нее вылечено всегда же. Чего она смотрит? Все расскажу, думаю, что я плакала. А потом сестры дразнить стану. Я отвертываюсь, крепко тру лотком глаза и нос. И не думаю плакать. Чего? Разница.